Всем доброе утро. Мой завтрак. Два кусочка хлеба. Темного. Капелька майонеза. Помидор. Микадо желтый. И сверху сыр. Польский. Радомир. Чашечка черно-зеленого чая без сахара. И хорошее настроение на целый день. Приятного всем аппетита. Удачного похудения. Сегодня новую запеканочку сделал. Сегодня у меня она с яблоками и с абрикосами. Вот тут видно, вот оранжевое это абрикос, а белое это яблоко. И вот так в перемешку по пирогу. Ребят, получилось очень сочно, очень вкусно, красиво, как видите, как обычно. Обалденная запеканка. На обед у меня сегодня куриный супчик. Именно на бульоне наварил курочку и сделал себе пару тарелочек холодца, а остальное пустил на наваристый супчик. Обожаю куриный супчик с вермишелькой. Ну, это я спагетти поломал на такие, на 4 части. Морковочка, лучок я даже в этот раз делал без зажарки. И немножко картошки. Кушаю чайной ложечкой, чтобы быстрее наесться. И всегда у меня вот сытно. Вот видите, и картошка, и вот филе, мяско. Короче, очень красивый и вкусный супчик получился. 18:00, мой ужин. Каша у меня сегодня пшено, давно не ел, захотелось уже даже. Сверху печень говяжья, тушеная с луком, сметана. Это пекинская капуста по-корейски и морковочка по-корейски. Тут капелька укропчика для красоты. 21:00. Мой вечерний перекус. Одно яблоко и кефир. Традиционный такой перекус. Кефир домашний, густой. Делайте сами. Я вам уже неоднократно это говорил. А яблочко покупаем. Приятного всем аппетита. Спокойной ночи. И нас на ютубе под хэштегом Жирукопять. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Давайте худеть вместе. Мы сможем это сделать.